Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я принял решение баллотироваться на должность Николаевского городского головы и рассчитываю на вашу поддержку и рассчитываю на вашу помощь. Тем более, что, видя список претендентов на должность городского головы, я понимаю, что я ничем не хуже и могу представлять интересы горожан более профессионально, потому что имею для этого нужные знания, нужную подготовку, жизненный опыт и, опять же, опыт борьбы, который дал мне парусный спорт. Первое. Нужно сделать все для того, чтобы в нашем городе был мир, порядок и спокойствие. Безопасность наших горожан сегодня самая главная задача, которую нужно решить. Вторая проблема, которая вывела людей на майданы страны, это проблема коррупции. Третья задача, без которой город не поднять, это вопрос привлечения инвестиций. Еще одна проблема, которая стоит перед городом и вообще перед Украиной, перед населением Украины, это вопросы, связанные с патриотизмом наших граждан, в первую очередь молодежи. Ну и последний вопрос, он традиционный, от него никуда не деться, это ЖКХ, это вопросы, многие вопросы решить. Вот с чем я собираюсь идти в городской совет и жду от вас вопросов, жду от вас напутствия, если, конечно, вы поддержите мое решение. Спасибо.